Хочу посоветовать вам канал Матара. Это начинающий ютубер, который очень сильно старается над своим контентом. Он улучшается, и почти в каждом ролике заметна разница. Видно то, что он постоянно улучшается. Он снимает разные ролики по мини-играм в Майнкрафте. У него есть также, кстати говоря, туториал о том, как делать шапки. Так что, если вам это все интересно, можете перейти и подписаться на его канал, поддержать парня. Ссылочка будет в описании. Всем привет, ребят! С вами я, Тумка, и добро пожаловать на очередную часть по пряткам в Майнкрафте. Со мной сегодня команда моя, чуваков из. Ой-ой-ой, что у тебя с твоим телом? Привет, Велик! Здорово! И также сегодня Непикс. Всем привет! И фишка. Всем здравствуйте. Обязательно, кто, просто... Давайте сделаем таймсет 0, мне кажется, у нас ночь на улице. Понял. Ребята, если вы не знаете, в чем заключается суть этой рубрики, мы играем в прятки, нас четверо. И у нас тут есть два вида сундуков и очень-очень красивая карта. Офигеть, посмотрите, какая. Так, давайте я. Мне кажется, у нас погода не очень. Что-то карта не такая красивая, как была до этого. Давайте. Уже ночь, я бы сказал, ночь. А, все, 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 теперь нормально. Вот, короче, дайте у нас тут есть хайдеры и сикеры. Те, кто ищут, и те, кто. Ой, наоборот, короче, вы поняли все. Итак, смотрите, так как нас четверо, то мы вот как поступим. Мы сегодня решили сделать так, что у нас будет два человека, которые будут искать, и два человека, которые будут прятаться. И у нас тут есть такая система, очень жесткий, очень сложный механизм, который определит, кто будет кем. Поняли, да? Поняли, да? Механизм мой сложный. Давайте на этот раз буду тянуть я и Феликс, потому что в прошлый раз был Фишка и Непик. Смотрите, отойдите все назад. Значит, смотри, Феликс, кого ты первый... Вот сейчас ты тыкаешь, да, на этот трещок, на эту вот эту шуку, да? Поднимаешь вот эту штуку. И кто попадется, тот первый будет, ну, один из чуваков, который будет, короче, искать. Давай, раз, два, три! Так, и кто попался? Кто там? Никто. Еще раз нажми. Еще раз. Ой, ой, ой. Да ты уже два, все понятно. Хорошо, пускай будет так, окей, я согласен. Выпал Феликс, я нет. Я тоже согласен. Я против. Нормально. Да блин, почему ты не честно? Да все хорошо, все хорошо, все хорошо. Окей, давайте там берем наши вещи, смотрите. Короче, стоп, кто получается ищет Феликс и Непикс, выберите вещи из сундука сикеры, ладно? Вот с этого сундука возьмите вещи. А мы с Фишкой берем с сундука. Так, давайте я уберу эти штаны с прошлой части и возьму новые. Капец, вы тут все рассортировали. Продамаженное такое, да? Продамаженное, все испорченное, капец. Я возьму 22 палки, возможно, это счастливое какое-то число. И, ребята, не забывайте то, что выход следующей части зависит только лишь от ваших лайков. Чем быстрее вы наберете много лайков, тем быстрее, как бы, выйдет новая серия. Вот. И также подписывайтесь на все каналы по ссылочке в описании. Все, я все сказал. Ребята, вы все готовы? Феликс, ты что? А, он две палки с тобой взял, так нечестно. Две палки? Так у меня 20. Так у меня 22 вообще, что ты бычишь? Не, он разный, он разный. А, разный. Понял. Все, ребят, вы все готовы? Положи свою листовку обратно. У кого листовка, Непикс? Листовку на место. Непикс. У кого листовка, Непикс? Свое имя положи обратно. Че ты, роспись свою верни. Все. Раз, два, три. Фишка, погнали. Фишка, фишка. Давай вместе спрячемся. Где давай, где спрячемся? Может, так быстрее. Ты знаешь какое-нибудь четкое место? Я думаю, почему ты. Вот это? Так, сейчас посмотрим. Так, что тут у нас такое имеется? Опа. А, я думал, значит, ты пекнет куда-то. Так, 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 так. Чуваки, а я же забыл сказать то, что... Тумка, у меня есть одна идея, за мной. Давай. Я же забыл сказать то, что у вас будет 10 минут, чтобы нас найти, так что если что, с момента, как вы упадете, у вас будет ровно 10 минут. Аля, больно. А ты, Фишка, ты куда улетел? Фишич! Ко мне иди! Я иду к тебе, Фишка, я бегу, я лечу, я лечу. Рафыч, так. Я вот здесь зеленого гриба, видишь там зеленый большой гриб? Да, нет, нет. Яблоко. Большой зеленый гриб. Сзади Марио, сзади Марио. Я иду, 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 сзади Марио, иду, иду, иду. Иду. Так, я лечу здесь. Да, я вижу его. Все, я понял. Да, вижу тебя. Только ты только что спалил наше местоположение. А, мы в другое место пойдем, окей. А, я понял твою мысль, я понял твою идею. Я сейчас понял тебя. Так, чпоньк, нажимаем. Все, 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 окей, окей, окей. Поднимаемся, давай попускаем фейерверком. Че вы там еще не заспавнились? Палимся такие, да? Мы только спускаемся. Да, только сп... да я думаю, это будет изи. Зажми контрол, чтобы быстрее. Фишка, мне кажется, мы уже выиграли. Да-да-да. Я уже тебя жду. Парни, может уже это, может уже закончим? Ясно же, что кто, что мы выиграем. Тумка, пошли. Тумка, давай здесь. Опа. Тумка, мне здесь. Все, я засек. Все, мы побежали, мы выбежали. Я засекаю 10 минут, пацаны. А как подняться наверх, Фишич? Я знаю, где вы. Фишич, как ты, как туда, этот, пойти туда, на то место попасть? Летание, знаешь, есть такая возможность. Летание. Летание? А, я умею, я, у меня только паркуривание что, есть. Летание слово на русском не существует, здесь полет. Так, Фишка, я тебя потерял, ты где? А, здорово. Мне нравится твоя шляпа, твоя маска. Спасибо. У тебя точно такая же, кстати, плагиат. Да-да-да, плагиат. Кстати, видишь его? Лайк и подписка, чуваки, на Тумку, все. Видишь Непикса над нами? Шо? Конечно. Ну, конечно. Над нами Непикс, понял, да, о чем я? А, походу я знаю, где вы, вот, потому что вот-вот-вот-вот-вот-вот так. Они вот тебя путать пытаются, так, не пали контору, Феликс, главное, главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы... Иди!
Нет, 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 стой, 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 подожди, стой, улететь, я хочу улететь. Протестировал кинетическую энергию, ну Настя. Не было. А чё, ребят, а я умер из-за фейерверков. Ребят, а я могу телепортироваться к кому-то, или я теперь спектейтор? А ты сдох, что ли? Да я умер сам по себе. Я думаю, ты вылетел. Давайте я телепортируюсь к фишке и продолжу, потому что я умер сам по себе. Прячься! Все, я понял, фишка, все. Все, фишка, теперь каждый сам за себя. Я просто тебя скинул, чувак, извини. Боже, чувак. Мы такие стоим, он такой заходит в комнату, и я такой вижу его, он смотрит в обратную сторону, такой, нет, хоть бы не повернулся. А я его только скидываю, ты видел это? Да, кстати, я тоже, я тоже к нему почему-то провалился. Да я запутался с палкой. О, какое-то классное место я нашел, какое-то. Ой, стой, хочу вернуться туда. Стой, 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 стой. Блин, я сейчас умру опять походу. Да, пацаны, я застрял в заднице единорога. Что это такое? Бывает такое. У меня одно сердечко, я живой. Фух, пацаны, я живой. Ой, где это я? Ё-моё, что это? Ё-моё. Не надо, пожалуйста, не подходи близко. Капец, ребята, где я? Ребята, посмотрите, где я нахожусь просто. Ребята. Лол. Феликс, иди налево, налево, иди налево, налево, Феликс. Чего? А, нет, нет, я думал, он меня не спалит, как мне спалил. Мне выйти с этого места тебе надо. Тихо, стой, стой, стой. Стой, стой. О, тут как раз была кнопка, тебе совсем чуть-чуть не осталось. Жесть, чувак, просто жесть. Живи пока. Да я живу, живу, я валю. Живи пока. Чего, блин? Чувак, давай, живи, я вижу тебя. Я еле-еле на кнопку успел нажать, он меня чуть не убил. Ты не успел на кнопку. Успел. А ты чё, подумал, я не успел? Ты типа для ролика, да, чтобы не палиться? В смысле? А ты подумал, то, что я не успел? Не успел, ты сдох, я тебя убил. А в чате почему не написано то, что ты меня убил? О, я что-то вижу, что-то интересненькое. Я туда хочу. Я опять сам себя убил. Это вообще считается или как? Ну давайте я добавлюсь к Илье. Я сам себя убил случайно. Я, короче, специально не буду на одном месте находиться, чтобы было интереснее. Так, вы под зоной риска. Вы под зоной риска. Вы превысили скорость. Да, убавьте скорость. А я бы сказал, что кто-то в зоне риска. Так, опа. Ты в зоне риска, моя риска. Моя риска. Я тут. Ой! Кто ты такой? Тихо, чувак, нормально же общались. Нормально же общались, что ты? Я туда хочу, я хочу посмотреть, что это такое. О, я тут. Ты хочешь? Нет, 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 нет! Блин! Отлично, минус один. Все, меня убили. Кстати, у вас есть еще 4 минуты. А, нет, 4 минуты уже прошло. У вас еще 6 минут. О, фишка! А я пока что возьму невидимочку какую-нибудь. Блин, Феликс, блин! Чувак! А, смотри. Он, значит, не... Иди просто так... Пол хп осталось, просто... А, любимая буква, да? Так, любимая буква Б, так где? Да я пошутил, если чё. Знаешь, шутка, мне так-то обидно, знаешь. Эффект, Тумка Геймс. Да я тебе говорю, чувак, я тебе только что спалил, где он находится. Он находится на букве Б на слове YouTube. Чувак, ты... Окей, спасибо. Чувак. Просто спасибо тебе. Смотри, они все, знаешь, как полиция, просто сразу примчались спустя 15 минут, но уже никого нет. Все свалили уже. Да, чувак, они где-то близко. О, все, минус Нейбекс, все, Нейбекс, ты все, проиграл. Нет. Все, остался. Да не-не-не, он может телепортироваться, нормально все. Полетели. Кстати, когда ходишь по золоту, там такой звук, как будто ты каблуками ходишь. Феликс, а ты когда летишь, ты присматриваешься вообще, смотришь вообще по сторонам? Мне интересно. Да, по моему мнению, я не смотрю, вот я вот... Нет, не знаю насчет ты, но Феликс точно по сторонам не смотрит. Нет, я не присматриваюсь. Чувак, не подсказывай, это очень жестко. Так я так фейерверки не кидаю раз в минуту, блин, а? Ты кидаешь фейерверк. Я кидаю, я не надо, чтобы... Кидай фейерверк. Жесть. Давай, кидай, 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 кидай. Чувак. Кинул один. Все, просто все молчим, просто все молчим, кидай один. Так его видно даже было, а не смотри. Чувак, он тебя спалил или нет? Что? Что? Да, это Феликс разогнал с тобой. Фишка, что с ними не так? Я, чувак, не говори мне что, сколько ты минут осталось? Две? Три? Три минуты осталось. Ах, паденыш. Когда будет две минуты? Чё креатив? Нормально. О, что-то ты как-то быстро двигаешься очень, Феликс. Быстро передвигаешься очень. А, знаешь, зато безопасно. Эй, у меня лагать начинает. А так нечестно, на самом деле. Я вас откинуть не смогу. Кстати, Демиров, люди. На удивление, это реально очень беспалевное место. На удивление. Капец, Феликс. Эх, Феликс, ну как же так? Да не по контору. Как же так, Феликс?
Ты бы, да ты чё, видел ты, лягушку, чувак, ты был бы в шоке. Чувак, когда ты узнаешь, где он, и сколько раз ты мимо него уже пролетел. Да, чувак, не пыли! Сломал! О, мне ок, это палатчики, мне страшно, знаете? Слушайте, а я нашел очень классное место, где можно прятаться. Офигеть, ой. До следующего раза, я случайно нажал куда-то. Все, спалился, знаешь? Скажи, когда останется 2 минуты, чтобы я спалился, как бы, или 1 минута? Осталось 1,5 минуты. Я палюсь, короче. Кинул фейерверк. Фишка, как тебе, нормально уже живется? Тебе не кажется, это было сверху? Прям вот. Я не слышал, чувак, у меня... Сверху, да не. Давай еще раз. Нет, раз в минуту, чуваки, я так... В смысле раз в минуту? Только что 1 минута прошла. Время. Кстати, знаете, ребята, тихо, послушайте меня, Непикс и Феликс, дам вам одну подсказку. Вот прям так, как вы сейчас стоите, вот прям так вы можете его увидеть, прям не сдвигаясь с места даже. Вы прям отсюда вот можете его смотрю, увидеть. Вот куда я смотрю? Нет, я не скажу, просто вот прям отсюда ты можешь его увидеть, прям отсюда. Он... Слышал такое слово черепаха? Тут где черепаха? Тут ее нет. Какая черепаха? Тут две улитки. Пацаны, у вас минута осталась, и вы его можете увидеть прямо отсюда. Блин, чувак! Я сказал лягушка, чуваки! Чувак, они столько раз прямо на тебя посмотрели, я не понимаю, как они тебя не увидели. Там? Да не пали контакт. Совсем мало времени. Я, короче, с воздуха. Я не хочу. Короче, ну вы даете, блин. О, Непикс. Ладно, давай, короче, фишка, на 30-й секунде спали себя, чтобы они хотя бы поняли, что к чему. Осталось 40 секунд. Я кину 5 фейерверков. Ну да, 40 секунд осталось. Непикс. Ну. 1, 2, 3, 4, 5. Непикс. А, вон ты, бомжара. Серьезно, это капец, какое беспалевное место. Серьезно. Он был на 2. И Непикс прям, он прям над головой Непикса был все это время. Я говорю, типа, а что если он сверху? Ясно. Да взлетите. Опа, осталось, кстати, 15 секунд. 15 секунд всего лишь осталось, так что, Фишка, всё, Фишка, тебе нужно дотянуть 15 секунд, не умереть для того, чтобы выиграть. Давай, да, чувак, давай, я верю в тебя. С такими очень скилловыми челиками, знаете? Ого, ничего себе, оскорбил как жестко. Ну все, чувак, тебе нужно прожить. О, 10 секунд осталось. 7, 6, а где он? 5, 4, 3, 2, 1. Знаешь, такой на последний секунд. И Феликс такой врезается об стену и вздыхает. И мы выиграли в этой катке. Мы смогли затащить. Блин, на самом деле, так же, как и в прошлой серии, мы смогли выиграть. Это очень приятно. Но в следующей серии я даже хочу попробовать себя в роли того, кто будет искать, чтобы посмотреть, каково это, насколько это вообще тяжело или нет. В общем-то, ребята, если вам эта серия понравилась, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий о том, что она вам понравилась. И подпишитесь на все наши каналы по ссылочке в описании. Если вы хотите новую серию, то так и напишите об этом в комментариях. Ну и до новых встреч. В любом случае, спасибо за просмотр от всех нас. До новых встреч. Увидимся в новых роликах. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.